Какой же завтрак без яйца балут? Я вот, как обычно, в своем репертуаре покупаю эти яйца в сыром виде. Потому что, во-первых, так получается дешевле. А во-вторых, ну, я не знаю, что во-вторых. Просто как бы дешевле. Так они по 13 песо я их беру. А так вот на лотках, которые продают вот эти вот, ну, передвижные лоточки, эти балуты, они их продают по 20 песо. Что как бы выгода очевидна. Когда одно съешь, да, оно может быть и заметно. А если их употреблять, как я, такими большими количествами, то чуть-чуть не с той стороны, конечно, открыл, но ничего, сейчас вот я сюда вот очищу его. Наверное, съем вот эту сейчас жидкость выпьем. И вот сам, он сам, этот утенок. Ну, здесь такой, это 15-дневные яйца почему-то сейчас везде. Как выяснилось, как я выяснял, что за проблема, что за... Почему 15-дневные только? Оказывается, их как-то везут из Манилы. Почему-то здесь на половании их нет, я не знаю почему. Их возят из Манилы. А так как сейчас в Маниле какой-то вулкан там, еще что-то, всякие эпидемии, коронавирус, и вот в связи с этим, в общем-то, какие-то проблемы. А я люблю, когда цыпленочку такое сейчас побольше, а это мне нравится. Даже, можно сказать, это обычное яйцо, а не балу. Вкуснятина. На завтрак самое то. Соевый соус, вот, можно винный уксус добавить, винегар. Он я перчиком закусываю. Всем доброе утро. Кушайте яйца балут на завтрак.